Я ученик 5 Б класса гимназии 04 Карачаевского городского округа Хайркизов Переслан. Хочу рассказать о своем прадедушке. Кишбатыр Хайркизов родился в 1918 году в ауле Верхняя Мара. В 1940 году Хайркизов был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. Только за период с января по май 1943 года отряд лейтенанта Кишбатыра Хайркизова уничтожил около 400 вражеских солдат и офицеров. В одном из боев Хайркизов героически погиб. Указом президента Российской Федерации от 5 октября 1995 года за мужество и героизм, проявленный в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, период Великой Отечественной войны 1941 и 1945 годов лейтенант Кишбатыр Хайркизов был посмертно удостоен высокого звания Героя Российской Федерации. Также был награжден орденом Красного Знамени. В 1996 году на родине Хайркизова ему установлен памятник.